Омского министра культуры Виктора Лопухина поймали на нецензурной лексике. По словам 74-летнего Василия Рыбакова, он встретил министра, когда вместе с товарищами охотился около хозяйства «Калибр». Кстати, принадлежит оно сыну высокопоставленного чиновника. По словам охотника, после обеда к ним подъехали два джипа, из них вышли несколько человек, одного узнали, им был Виктор Лопухин, министр культуры. Только вот вел себя уж очень некультурно, требовал объяснить, что же охотники делают на его земле, только выражался нецензурно. Выходит Виктор Прокопович и начинает кричать: вы здесь что делаете, это моя земля. Ну вот же министр, какая его земля, там сын, допустим, учредитель. Я говорю: Виктор Прокопович, вы пьяны. И начал кричать, здесь подошел, вон отсюда с этих, ну и матерками есть. А сынок начал: папа, пошли, начал уговаривать его. Я никогда не думал, что вы можете так порядочный вроде человек так себя вести. На Рыбакова Анатолия Владимировича сразу сказал: завтра ты работать не будешь, при всех так. Рыбаков, лишить работы которого якобы угрожал Лопухин, является инспектором Министерства природных ресурсов Омской области. А может, и являлся. Когда сегодня мы захотели с ним поговорить, в министерстве нам резко отказали, только услышав его фамилию. Сам же Лопухин комментировать эту ситуацию отказывается. Пресс-секретарь Минкульта взял паузу, ведь доказательств присутствия министра на охотбазе нет. Хотя сын Лопухина в одном из интервью это подтвердил. Так вот, в прошлые выходные я действительно вместе с отцом и егерем охотхозяйства «Калибр», двигаясь из Омска к себе на заимку, встретил в лесу два снаряженных для охоты автомобиля «УАЗ» — «Таблетка» и «Бортовой», около которых мирно после удачной охоты распивали спиртные напитки 14 добропорядочных граждан.